Hi Anna, welcome to the Hub on CGTN. Great to have you with us. Thank you. Anna, you are the current reigning world champion. You're the champion of the 2021 World Figure Skating Championship. You're a three-time Russian national champion, and this is very impressive. You currently have the second highest free skating score of any female athlete, 168.37 points. Coming into the Beijing Games, what is your goal? Наверное, несмотря на то, что Олимпийские игры все-таки особенный турнир, цель у меня такая же. Я хочу откатать так, чтобы после моих прокатов у меня было ощущение, что я выполнила свою задачу. Я хочу, чтобы после моего проката, когда я вышла со льда, у меня было ощущение, что я выполнила свой максимум, что я сделала все, что могла, и тогда я не буду ни о чем жалеть, поэтому это для меня всегда главная цель. You became the first woman in 2019 to land two successful quad lutes in a program. Not even top male athletes can easily do that. Can you explain to our viewers who might not be familiar with this move, with skating, how difficult is it to land a successful quadruple lutes? Первый раз у меня получилось это сделать на этапе гран-при в Лас-Вегасе. Это был мой первый взрослый этап гран-при. Я прекрасно помню свои ощущения тогда во время произвольной программы. Это, наверное, один из самых незабываемых турниров для меня. Я была невероятно счастлива тому, что у меня получилось выполнить два четверных луца. И после произвольной программы как раз-таки было то самое любимое ощущение, когда ты заканчиваешь программу и чувствуешь, что вот здесь и сейчас, в нужный момент, ты сделал свой максимум и показал все, на что способен. Это, наверное, во многом то ощущение, ради которого мы катаемся, соревнуемся и тренируемся. Безусловно, до этого была проделана огромная работа на тренировках, чтобы получилось сделать это на соревнованиях. So, Anna, did you count how many times did you fail in trainings and in practice before you land a successful quadruple lutes? Нет, на тренировках я никогда не считала. В принципе, на тренировках обычно не считаю попытки неудачные или, наоборот, удачно выполненные. Но могу сказать, что именно над четверным луцом я работала около, наверное, полутора лет. С того момента, как я его выучила, до момента, когда я смогла его выполнить дважды в своей программе, прошло примерно полтора года. Наверное, так. Это довольно большой, наверное, срок. Anna, I saw some Bing Dun Dun pillows behind you. Right? I assume you're at the Athletes Village. How's life at the village treating you? How do you like Beijing, China so far? В Олимпийской деревне все очень уютно, у нас очень хорошие номера, и да, вот есть у каждого есть подушка с биндунь-дунем. На самом деле это не просто подушка, она открывается, и это будет одеяло. Вот, такой маленький секрет. Вот, а так, очень здесь приятная атмосфера, и выходим иногда погулять, очень все красиво, уютно, поэтому все очень нравится. Я вам скажу так, что у нас тоже есть магазин сувениров в Олимпийской деревне для спортсменов, и биндунь-дунев раскупили в первый же день, их уже не осталось, и теперь их каждый день завозят в определенное время, какое-то определенное количество, и спортсмены заранее выстраиваются в очередь, чтобы ухватить своего биндунь-дуня, дают только одного в руки. То есть это прямо здесь такая нелегко его получить, поэтому мне стало еще более радостно. Я еще не успела сама сходить, у меня довольно плотный график тренировок, но я обязательно постараюсь. Но мне немножечко спокойнее, потому что у меня дома уже есть парочка плюшевых биндунь-дуней, которых мне прислали посылка из Китая еще до начала Олимпийских игр. So you know, you got 600,000 followers on Weibo, right? That's not a small amount, you know, especially thinking about how, you know, when did you sign up, which was not so long ago. Is there anything you want to say to the Chinese viewers, their Chinese fans here? Ni hao.
Хотела бы сказать моим поклонникам из Китая огромное спасибо, потому что я даже не ожидала, что я буду чувствовать такую невероятную поддержку от вас. Это для меня очень приятно. Еще с моего первого визита в Китай у меня остались самые теплые впечатления с моих соревнований. Огромный мишкопад и огромный плюшевый медведь, которого я увезла с собой домой, сидят у меня в комнате, всегда напоминают о тех теплых ощущениях, которые я испытала в Китае. Очень хотела вернуться сюда и очень расстроилась, что в этом году у меня не получилось поехать на этап Гран-при в Китае, его перенесли, но мне было очень приятно, потому что в течение этого сезона мои болельщики из Китая присылали мне посылки с сувенирами и также с символикой Олимпиады. Это мне прям придавало сил, и я невероятно рада, что я смогла приехать сюда на Олимпийские игры в Пекин, поэтому спасибо огромное за вашу поддержку. Спасибо.